Привет, друзья! Сегодня мы покажем вам, как сделать вечный террариум из обычной лампочки. Почему вечный, скоро узнаете. Как вы уже поняли, нам понадобится обычная лампа накаливания, но прежде чем начать работу, оденем перчатки и защитные очки. Используя заостренные плоскогубцы, вытаскиваем вот эту кругляшку, после чего раскалываем черную изоляцию и извлекаем ее наружу. Дальше нам понадобится плоская отвертка, которой надо отвалить внутреннюю стеклянную конструкцию и также вытащить содержимое. Будьте осторожны с осколками стекла, которые на этом этапе нужно прибрать. У нас в руках пустая лампа с аккуратным ровным отверстием. В поисках наполнителя для террариума мы отправились в лес. Нам нужен обычный мох, которого там оказалось предостаточно. Это идеальный кандидат, растение небольшое и очень живучее, что в нашем случае особо актуально. Также мы взяли немножко лесной почвы, древесной коры и получился вот такой набор. Из бумаги надо сделать небольшой конус, при помощи которого насыпаем на дно лампочки мелких камушков, выступающих в роли дренажа. Дальше идет слой песка. Разравниваем его деревянной палочкой и добавляем немножко почвы, вместе с которой внутрь попал маленький обитатель. При помощи вот такого пинцета наполняем террариум растениями и красиво укладываем их так, как вам будет нравиться. После чего, используя шприц с иглой, заливаем внутрь несколько капель воды. В лесу мы прихватили парочку желудей и, намазав один из них ПВА-клеем, запечатываем наш террариум. В итоге у нас получился симпатичный мини-террариум, особенность которого в том, что он герметично закрыт. Но несмотря на это, жизнь растений не прекратится. Внутри образуется своя микрофлора, употребление углекислого газа, выработка кислорода и круговорот воды. Это как маленькая планета со своими условиями, в которых одни виды могут погибнуть, а другие процветать на протяжении десятков лет. Если вам понравилось, поделитесь видео с друзьями, им будет интересно об этом узнать.